Стоит их надеть один раз, и уже не захочется носить что-то другое. В них вы точно будете выделяться в толпе. Спортивные и классические, утепленные и медицинские, с оригинальными принтами и сувенирные. Все это о носках от сети магазинов «Носочечная». И рисуем, и обсуждаем процесс создания и поиска новых идей. Это всегда творческий процесс. Рисуем, да, и на компьютере рисуем, либо просто даже можно, некоторые ребята иногда могут на бумаге накинуть макет, сказать, у меня вот такая идея, и вместе потом обсуждаем. Сегодня Олег Анненков сидит в просторном офисе и рассказывает, как проходит творческий процесс, и как в ходе мозговых штурмов рождаются новые модели. В далеком 2013-м он начинал свой бизнес один и прошел все этапы – от торговли в уличной палатке до сети собственных магазинов, от закупки носков на оптовых рынках до собственных поставок на них же, от приобретения готовых товаров до разработки и создания авторских изделий. В этом году моей организации исполняется 10 лет. И для нас этот год – это юбилейный. И появилась идея создать сеть, которая будет работать не только на территории Курской области, но и по территории всей России, а также СНГ. И будет отличаться преимущественно большим ассортиментом носков. Идея стала целью. Цель воплотили в жизнь. Сейчас «Носочечная» – это 6 розничных магазинов в Курске, а также онлайн-магазины на площадках популярных маркетплейсов. Продукция пользуется большим спросом у покупателей. Здесь каждый может найти что-то для себя. От классики до ярких и необычных моделей. При выборе носков лучше придерживаться рекомендаций профессионалов. Если мы говорим, предположим, о классических вариантах, о мужских классических, то здесь необходимо подбирать под одежду, под дресс-код. Если же говорить об более молодежных, спортивных вариантах, здесь много всевозможных в данный момент вариантов, которые можно рассматривать. Это с дополнительными резинками, которые будут удерживать ногу. Специальные сетки, которые сверху создают вентиляцию для ноги. В ассортименте магазина есть модели, предназначенные для людей с варикозным расширением вен или отечностью. Они не являются медицинскими, но благодаря своей эластичной резинке не придавливают ногу и не оставляют рубцов. Огромное значение имеет и состав ткани. В «Носочечной» представлены модели из хлопка, льна, модала, вискозы, тенселя, бамбука и шерсти. Ассортимент на все случаи жизни. Если носки нужны для спорта, то мы все-таки рекомендуем брать не хлопковые материалы, носки не из хлопковой пряжи, потому что хлопок все-таки он очень активно впитывает влагу. Соответственно, ноги будут все время сырые и будет появляться неприятный запах, а также может развиваться всевозможные кожные заболевания. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на вискозные, бамбуковые пряжу. Особая гордость – авторские носки, выпущенные под собственным товарным знаком. У нас есть линейка авторских действительно носков. Мы занимаемся разработкой собственных макетов, дизайнов, рисунков, изучаем всевозможные тренды и стараемся быть в теме. И есть линейка молодежной серии, называется «Outcast». Это наш зарегистрированный товарный знак. Изюминка коллекции – сувенирные носки с курскими достопримечательностями. Данные носки были выпущены к юбилею нашего любимого города, были изготовлены в ограниченной серии и больше в продажу не попадут. Очень стали данные изделия популярны среди гостей нашего города. Действительно, многие говорят, что это очень интересный подарок, сувенир, который можно привезти с собой. «Носочечная» реализует не только свои идеи, но также разработки и пожелания партнеров и корпоративных клиентов. Недавно для известного курского дизайнера Екатерины Ребежи была создана коллекция «Гольф», которую представили на выставке «Уникальная Россия». Планы на будущее у предпринимателя не менее амбициозные. Выйти на новые рынки, выпустить коллекцию носков к тысячелетию Курска, открыть новые магазины.